Сегодня, конечно, уже хорошее впечатление. С другой стороны, смотря на этот танк, я понимаю, что по урону-то хорошо получилось. Поэтому я ему тоже девяточку поставлю. Ну вот что-то мне не хватает для десятки. Я вообще даже хотел восьмерку поставить. Но я понимаю, что по урону он лучше, чем Т-26. Он быстрее. Но почему-то ощущение уже принес меньше, да? То есть вчера как-то вот вроде меньше, а вроде и нет. Возможно, все-таки на равных. На равных, поэтому в итоге я ставлю 9, тоже 9. Ощущения очень равные. При этом этот танк по статистике, ну если ты смотришь урон, да, М2 Light Tank лучше, чем Т-26. Ну, плюс побыстрее. Он поначалу медленно двигается, но потом ускоряется, и у него динамика выше становится. Поэтому на данный момент этот танк по геймплею интересней. Он, во-первых, двигается быстрее, во-вторых, у вас урон больше. Возможно, потому что я на барабане играл. Поэтому я и встречал, кто играет на этом танке на барабане. Если вы... Возможно, здесь это влияет. То есть вот мы до конца не смогли это разобрать. Мы просто увидели по цифрам, что сегодня мы почти закрыли по урону задачу, которую вчера мы на Т-26 только набили... Сколько там я набил? 2,5, а сегодня почти сколько нужно? Там 8 с чем-то тысяч. То есть благодаря вот таким показателям ты видишь, что по урону этот танк в разы лучше. Хотя, когда ты на нем играешь, у тебя ощущение, что он хуже, чем Т-26 по геймплею. У тебя ощущение, что ты меньше урона наносишь. Поэтому вот какое-то такое странное... ощущение. И то же самое по скорости. Вначале тебе кажется, что он медленней, но потом он набирает динамику и едет быстрее. И поэтому возникает ощущение, что Т-26 быстрее, хотя на самом деле М2 быстрее Т-26. Может быть, это намеренно сделано, может быть, нет, но вот ощущения такие, как бы скрытые преимущества М2, которые нужно прям вот высекать благодаря циферкам или внимательности. Поэтому ставлю их на равных, потому что сам М2 не хотел забираться выше. Мастер и не дал мне, вот поэтому 9 из 10. Мне кажется, в этом корень не максимального удовольствия. Вот такие впечатления.